очень повезло, потому что только раз в году у нас появляется восхитительный горнолыжный костюм. Самый популярный горнолыжный курорт – это Куршевель. Это мечта, это место, куда приезжают знаменитости. Это дорогое место, конечно же. Вот сегодня неважно, где вы находитесь, потому что, выбрав для себя стильный и модный костюм Куршевель, вы действительно выглядите роскошно, вы выглядите стильно, а еще вам будет тепло в нашем модном костюме, главном предложении дня от бренда Pre-Woman. Алексей Лапшин, модный эксперт, персональный стилист коллег знаменитостей, знает, как выглядеть эффектно, Леш, независимо от времени года. Наташа Винтер, да. Леди совершенства, спасибо тебе за представление, мои дорогие, горячо любимые модницы. Да, безусловно, такие костюмы уже давно вошли в повседневный обиход. И для каждого дневного использования, и для отдыха. Стеганая одежда на протяжении многих лет остается на пике популярности. Это актуальные модели для повседневного гардероба, которые располагают к себе особым уютом и оригинальным дизайном. Стильный стеганый костюм будет невероятно востребован именно в вашем гардеробе, мои дорогие, горячо любимые модницы. И, безусловно, даря тепло и комфорт в осенне-зимнем сезоне, да и прохладной весной вы тоже будете его носить. Плюсы. Это прямой крой подойдет любому типу фигуры. Эластичная лента на брюках, в поясе брюк, обеспечит идеальную посадку. И вот чем бы вы ни занимались, вы будете восхищать окружающих своим женственным и привлекательным силуэтом, но при этом вам будет тепло от минус 10 до минус 20, что немаловажно, не продувает абсолютно. Ну и, конечно же, давайте поговорим вообще обо всех достоинствах этого роскошного костюма. Давайте скорее знакомиться с расцветками, потому что вы можете выбрать как яркий вариант, так и более приглушенный и даже вот такой спокойный, классический, например, синий. Ну что ж, давайте знакомиться, цвет хаки. Я бы сказала, Лёш, что это такая немножечко фисташковый оттенок. Согласен, да? С тобой, Наташ. Действительно, оттенок фисташковый, очень дорогой и, кстати, крайне редкий в масс-маркете, но у нас он есть. Следующий цвет, который выбирает для себя леди совершенства Наталья Винтер. Он в заказе будет красный, но я скажу так, вот это темный терракот, классический темный терракот. А мне напоминает красный. Морковный сок свежевыжатый. Согласна. Серый оттенок, очень благородно выглядит, полюбуйтесь на него. Такой легкий, освежающий эффект, знаешь, как будто бы легкий морозец уже к нам в студию прибежал с этим серым оттенком. Есть у нас синий, и, Леш, мне кажется, что он чуть-чуть отличается. Ну да, здесь чуть более мелкая стежка у нас идет. Та самая ромбовидная стежка, которая и в крупном варианте, и в более мелком визуально, безусловно, стройнит. И черный классический вариант тоже есть у нас в наличии. Полюбуйтесь на него. Вот мы с цветом сейчас с вами определились. Давайте разбираться, как мы выбираем размер. Леш, ведь это очень важно. У нас с тобой и курточка, и утепленные брюки. Размеры от 48 до 66. Итак, что делаем? Какие замеры, Леш, чтобы вот идеально себя чувствовать в нашем костюме? Сразу хочу сказать, что правила выбора размера просты. Берем размер в размер, как советует производитель. Но если вы любите чуть-чуть больше свободы, в принципе, можно взять на шаг больше, то есть на размер побольше. Но и размер в размер тоже будет идеально. Давайте сделаю точные замеры, покажу вам точные цифры. Тем более я знаю, что для вас это очень и очень важно. Вот смотрите, длина куртки в 50-м размере у нас идет 72 сантиметра. Причем сразу обратите ваше внимание на эластичную резинку по нижнему краю изделия куртки. То есть не будет сильный ветер поддувать, потому что прекрасная фиксация. Давайте еще замерю длину брюк. Я тоже знаю, что для вас это важно. И высоту посадки потом покажу. Смотрите, длина брюк по внешнему шву 105 сантиметров. И быстренько глубину посадки, то есть зона животика, зона бедра у нас тоже скорректирована, защищены почти 40 сантиметров, 39 сантиметров. Вот, высокая посадка, это ты 50-й размер замерял. У нас бренд Pre-Woman, с которым вы знакомы уже с 2018 года. Более полумиллиона наших постоянных телезрительниц выбирают бренд и ждут вот этот один единственный день в году, когда мы вам предлагаем горнолыжный костюм. Цена только сегодня 7999 рублей за два теплых изделия. Леш, я не знаю, чем ты занимался вчера, но мы вчера встречались с подругой, мы гуляли по набережной. Вот подруга говорит, мы неудачно выбрали погоду, но я говорю, погоду же не выбирает, это она нас выбирает. Мы утеплились как могли.
Мы выглядели как капустка, потому что действительно надели на себя, лишь бы было тепло. Но мы вжали головы в плечи, потому что дул такой ветер. Мы промокли практически насквозь и промерзли насквозь. Понимаешь? Но в этом костюме вы точно не замерзнете от минус 10 до минус 20. Согласитесь, что в таком костюме прежде всего вы выглядите очень женственно. Да. Это стильное предложение за счет того, что здесь эластичные манжеты длинные, эффект длинные рукава 3/4. Плюс ко всему... ромбовидная стежка вытягивает. Посмотрите, многие мировые знаменитости выбирают для себя вот такие утепленные стеганые костюмы. Но вы, конечно же, узнаете этих мировых звезд, причем подиумы во всем мире представляют подобные предложения. Но там цены, вы сами знаете, какие. Mm-hmm. Кейт Хадсон, плюс ко всему Кейт Миддлтон, Марай Керри, Пэрис Хилтон, наша с тобой любимая, да? Подружка наша, звонили только ей недавно. Вообще, такие костюмы, они давно уже вошли в историю индустрии моды. История стеганой одежды началась в начале 20 века, когда Джон Барбур, основатель бренда Барбур, создал мужскую стеганую куртку. Модель тут же стала бестселлером благодаря тому, что при всей своей легкости прекрасно сохраняла тепло и очень быстро перекочевала из экипировки охотников и рыбаков в гардероб деловых мужчин, а позже и в женский гардероб. Этот стиль уже давно вошел в повседневное использование. Идеальная посадка без примерки, отсутствие фурнитуры у брюк, хорошая длина, при этом мне очень нравятся вот эти эластичные манжеты, глубокий капюшон, он тоже утеплен, а на утеплитель у нас идет европейский синтепон, высокотехнологичное силиконизированное волокно. Ну и, конечно же, за счет свободного кроя вы, скажем так, подчеркнете свои достоинства и сможете скрыть любые нюансы. Наш костюм куршавель, он и для молодых мам и бабушек, которые гуляют с внуками и с детьми, и для тех, кто гуляет с чужими внуками, например, няня, да, для воспитателей в детском саду, для тех, кто просто любит гулять, например, занимается скандинавской ходьбой, неважно, какая погода за окном. Выбирайте для себя, только раз в году появляется модный, стильный, теплый костюм куршавель по цене 7999 рублей.